Так, все, привет, народ. Вот мы приехали в тюнинг-ателье. О, одно открылось, все нормально, заехали. Хороший музончик. Ты напомни, в чем мы играем? В GTA 5. Мы играем в GTA 5, продолжаем тестить тачки. На очереди у нас был Factor Felser. Похож он, конечно, на Mercedes. Очень сильно броню мы на него поставили. Тормоза поставили гоночные. Бампера передний поставили покруче. Задний тоже покруче стоит. Двигатель ставим самый мощный, и он у нас самый быстрый. Улучшение тут уровень 4. Да, у нас на всех машинках стоит уровень 4 двигатель, чтобы они были в равных. Крылья забором воздуха. Да? Вот они. Да, все правильно. В равных условиях. А крылья нам для забора, он что, взлетит? Нет, для красоты, чтобы красивее было. Так, фары нет, номера нет, окраска. Окраска. Ну, не давай. Хочу черный. Какой хочешь? Может, хром? Что-то он какой-то болотный. Да, это из-за того, что у нас графика такая мега низкая. Давай дальше. Так. Классический какой? Будем смотреть. Идет у нас. Давай беленькую. Серебро? Нет, белый не есть. Вот, я и хочу ледяной белый. Смотри, какой. Ледяной белый. Сейчас ставим ледяной белый, отлично. Поставили и... ледяной белый. Да, очень сильно влияет на внешность авто, конечно, диски. Крыша, ух ты, как классно. Где? Ставишь воздухозаборники, воздухозаборники, и фары сразу становятся на крыше. Ой, мне эти не нравятся, вот верните. Вот эти мне нравятся больше. Да, они стоят стандартно, ну ладно, ставим. Мне больше стандартные. Так, нравится. Спойлер, низкий спойлер. Ой, нет, низкий оставь, ну что это, он как что? Космический нет? Корабль. Точно взлетит с вашими воздухозаборниками. Ну ладно, Муся не хочет, ставим низкий. Так, подвеска. Релийная, ролийная. Что я ее релийной все хочу назвать? Как реле, да. Трансмиссия. Гоночная у нас гоночная. Всегда. Но она, правда, не нужна у нас, потому что у нас уже ускорение на максимум. Ну, поставим на всякий случай. Турбонаддув нет, колеса. 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 Эксклюзивные, покажите мне, пожалуйста. Эксклюзивные. Так, давайте. Надо помедленней, я не успеваю так, отфильтровывать эти? Нет. Информацию. Эти? Нет. Нет, давай. Ну, ниже, еще... еще. А что не эти? Верни назад. Вот эти? Да. Да. Ладно, нормальный вкус. Он у меня самый классный вкус, какой только может быть. Так, ну тут у нас ничего особо не изменится, поэтому поставим сплав, какой был. Модификация колес, заказные покрышки. О, для красоты поставим такие. Ладно. Так, поехали дальше. Затемнение, поставим лимузин, конечно же. Нет, ладно, среднее затемнение. Так, все. Теперь можем ехать на... на корт. На корт, на ипподром, где лошадки бегают. Хотя лошадок и там, конечно... Там бегаем только мы, а никакие не лошадки. Так. Заезд... Давай только шустренько, я постараюсь не расфигачить машину. Я вообще водитель от бога. Только надо окно открыть. И музычку погромче, погромче музычку. Тогда нас не будет слышно. О, ну хорошо, ладно, мы не будем пока вещать. Давай музыку на всю мощь. Чё он много говорит? Давай там, радио. О, видели вы сейчас, как Муся танцует под крутой американский рэп. Попой двигай, попой. Не мешай, я за рулем. Ну ты хотя бы бит качай. Ага, до первого столба буду качать. Ух, какой опасный момент. Так, надо быстрее, быстрее. Видео ограничено по времени. Так, куда? На мост, на мост. Направо! Да. Налево! Сейчас налево. Я буду твоим путеводителем, штурманом. Да, все, мы уже почти приехали. Так, здесь направо. Направо! Да, налево. Направо. Прямо. Все время прямо. Ладно, молодец. Пролетел. Возвращайся. Так, готово засекать время? Да. Вот отсюда мы возьмем наш разгон. Я готов, а ты?
Я готова, только говори когда. Все, начинаем стартовать. Так, поехали. Поехали. Все, круги считаю я. Давай. А ты не умеешь их считать. Да, у меня с этим немножко. С математикой у тебя туго. Туго. А это круче держит дорогу? Да, это вообще прям заноза. Судя по картинке, вот по вот этим вот бороздам, такое чувство, что мы вспахиваем поле. Потом можно сеять пшеницу. Она просто слишком низкая. Я думаю, не для этой дороги. Можно было, конечно, по аэропорту гонять по кругу, но... Мы первый круг есть. Тестировать. Поехали на второй. А сколько мы проезжаем кругов? Пять. О, батарейка садится. У нашей видеокамеры надо быстрее 5 кругов. Да, будет обидно. Ничего, нормально. Так, какой круг? Второй. Пока проехали. Еще второй. Угу. И мы его еще не закончили. Вот, на третий поехали. Так, смени радиоволну. Какая-то она скучная. Давай другую. Нет, следующую. Так, третий круг у нас? Да. Нет, ужасно, еще. Может, вот, кантри? Да, и по кантри что-то общаются люди. Так. Вот, какой вот ничего, круг? Да. На четвертый поехали. Поехали на четвертый круг. О, смотри, хорошо идем. Да вообще клево. Точно четвертый? Да. Ты наконец-то просто научился водить. Спасибо. Ну, либо очень крутая тачка. Это не то, что наш москвич. Так, четвертый круг. Пятый. Поехали сейчас на пятый. Да. Все, финишный круг. Разгоняемся. И мы очень неплохо идем. 2 минуты, 4 круга. Такого результата еще не было. Так, давай, давай, давай. Походу, у нее есть все шансы пока победить. Еще какие? Так, так, мне все-таки так, кажется, так, это... И время! Время! 2:26. Все-таки мне кажется, что все зависит не от машины, а от человека. А от человека. Однозначно. Так, селфи. Селфи. Наше фирменное селфи на фоне машины. Так, зашли в селфи. Угу. Все. Так, отлично видно, нет? Ну, видно. Можно было, конечно, отойти чуть-чуть в сторону, ну да ладно, пойдет. Все, фотоем, да? Да. Угу. Обычный режим. И сделать фото. Итак, бенефактор Фельдсер проехал у нас 5 кругов за 2 минуты 26 секунд. Ну, это очень крутой результат. Я боюсь, что мы никогда его не побьем. Побьем, побьем. Все, ребят, спасибо за внимание. Ждите следующих видео. Пока. Пока.